О, добрый день, коллега. Чем мы ищем? Чем мы вкусного ищем? Добрый день, коллега. Смотрю, что тут есть. Лутаюсь по помойкам. Лутаемся. Ну, как бы никто ж не обидится, если мы этого возьмем. О, здравствуйте. Добрый день. А почему вы не в своих камерах? А я просто это, ну, это сказали о урезании бюджета. Вот я просто ученый, просто бы мне формы не хватило. Это халатиков, так сказать. Ой, вот не пиздец. Я знаю, что вы Д-класс. Я знаю, что вы Д-класс. Бежим, мужик. Давай. У меня есть предложение. Алгрин, агент, агент. Они уходим. Какие-то... Убегаем, убегаем, убегаем. Не, я убегаем, с вами, убегаем. Ребята. Я в душе ученый. Вот, давай. Нет. Сразу убегаем. Я в душе всегда был ученый. Я с вами. Я вам черт, они и тут. Они везде. Привет, интересуешься текстовыми ролевыми? Тогда мы рады представить наш творческий проект N-Team. В нем у тебя есть возможность оказаться в разных мирах. Каждый сможет найти что-то для себя. Вас интересуют существующие вселенные, такие как SCP или Frostpunk? Тогда ты сможешь найти эти миры у нас и окунуться в них головой. А может, ты хочешь чего-то абсолютно нового? Можем предложить созданный с нуля нашим коллективом мир о темном будущем Земли. Мы будем рады всем и каждому, кто любит текстовые ролевые игры. Вас ждут теплое сообщество, добрая и отзывчивая администрация, большой коллектив и просто приятное время, проведенное с N-Team. Ждем всех, быстрее переходи по ссылочке в описании. Я уборщик, я обычный уборщик. Нет, покажи карту, покажи карту. Я ученый в душе. Это карта уборщика? Это борщик. Access класс, janitor. А я по-английски не понимаю. Ой, нет, 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 да класс, идите туда, уходим, там интересно. Я уборщик. Скинь сюда, я не пойму, я по-английски не понимаю, у меня плохое зрение. Дай, Галян, скинь. Так, так, так. Да, ты ключ карты уборщика забирай. SCP-50. Ну, учитывая жопу, которая возникла, SCP-50, ой, 500, нам как бы, если что, поможет, это панацея. О, нет, 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 другую сторону, беги, беги! Нет, нет, не братан, там. Братан, бежим. Куда? Выход там, братан. Я братан, бегу. Выход там. Да я бегу, не надо меня. Не подгоняйте меня, я жирный. Господа, вот спасите нас, пожалуйста. Там этот... Hello, motherfucker. Он... Нет, 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 стоп. Зажали. Да, блядь. Убиваем панацею, она, наверное, поможет. Да идите в жопу. Смотрите, у меня такой пистолет, блин, ну почему нам такие пистолеты выдали, мне эту пиписька длиннее. Ну у нас, понимаешь, урезают зарплату, и поэтому вместо МП-7, ну, повыдавали пистолет. Зарплату, так почему нам урезают не зарплату, а пистолеты? Мы ой, чем, блин, я имею в виду не только зарплату, но еще самофинансирование. Чувак, у тебя даже форма, понимаешь, бэушная. Ну да. А в бронежилете second даже бронеплит hand, нету. Секонд-хенд. Да. Да, связываем их и петушим. А чем связывать-то, блин? Народ. Настолько урезали, блин, финансирование, что даже связывать нечем. Блин, нужно будет подать заявку официальную, жалобу, короче, на то, что ну мы совсем типа бомжи, действительно. У нас нету с чем связывать. У нас даже наручников нету. Да я знаю. Ну пиздец так. Народ, 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 идите сюда. Я в шкафу нашел, я в шкафу. Я пробил, ты не можешь убегать, отлично. Я нашел в шкафу. Ура! Связываем его! Братан, я этого уже год не видел! Я как бы согласен, нужно подать официальную жалобу администрации этого комплекса. Вот, нате, держите, разбираем наручники. Собака, собака! 939, 939! Отступаем, отступаем! Вот как с таким оружием воевать? Чё, блядь, мне её? Я ей только щекочу просто. О, я ж уборщик, да, я уборщик. Ну, блин, обратно нет, мыть. О, братан, я тоже уборщик. Мою полы. Я тоже. Сука, не моется. Кто насрал? Какой мудель это мы сделал? Мы уборщики, мы это чистить должны. Вот куда ты попёр? Надо чистить. Ну не хочу я чистить. Я в столовку сначала. У меня есть монетка, я пойду что-то в буфете куплю. Я нашёл. Кого? Буфет? Это буфет. Подождите. О, нет, нам пиздец. У нас пополнение. Нам конец, парни. А, не, нормально. А я живой. Запускайте, мне понравился аттракцион. Можно. В технической документации написано, что можно. Там что-то за мной побежало, мне как бы, блин. Спасите. О, нет! В клещи зажали. Тебе дали пюрешку с котлетой, которую обещали? Нет, я вообще голодный. А ведь говорили, да тут пирожку с котлетой. Там много чего там говорили, там у них какие-то собаки сторожевые ходят. Какая у тебя красивая карточка. Из картона сделал. Покрасил маркерами.
Вот это черным, короче, нарисовал, пошли. А это розовым. Если кто-то будет нас тычить с оружием, давай просто убежим. А, нет, вообще хреня идея, но нас типа расстреляют тогда. Ну да, хотят. О боже мой, кто-то стреляет. Ой. Давай посмотрим. Я не знаю, где-то вверху стреляли, наверное, в горах. Это Албания, наверное, еще. Не, за что ты умер? Почему? Бежим. Тут это твоя карточка валяется. Ну хз, она мне не нужна теперь. Я прошел экспресс-квалификации по взлому. Зато я ее взял. Люди! Пойдем, мы тебя выведем. Паре. Мы свои, братан, мы за тебя. Господи, вон он, стреляй! Enemy down. Блин, я ни хрена не вижу. Че у него там? У него М-ка есть какая-то. Не, знаешь, если честно, это не SCP какой-то комплекс, это больше зоопарк какой-то. Типа там две собаки, там какой? Там SCP-049, который наборен. Такой, подходи, как в своем магазине, покупай, да? Да действительно. Блин, ты меня напугал, бананчик. Я тебе чуть пулю не всадил. Ну кто так делает? Зачем мне ничего не надо всаживать? Да я понимаю, но я чуть от испуга не всадил. О, нет, серый, кот серый. Ну нафиг. Кто сюда пройдет, тот тому и дорога жить. Кто не пройдет, то значит умирать ему пора. Ни хрена не понял. А типа будем ждать тут всех? Ну да. Давайте водку пить пойдем. А в тебе она есть, она у тебя есть. Ага, умный. Слушай, блин, ты ярок. Я бесстрашный, вы как хотите, я пошел. Ну давай, давай. Бегите и смотрите. Смотрите. Ну ты мой. О, нет. Переключаемся на пулемет. Как тупо мне попал? О, Ангел, привет. Да мы так бесконечно будем. Беги, жить хочешь. Блин. О, нет. Нет. Тупо с клещей забрали. Нет, еще опасно. Я дожал лифт, я это сделал. Мне стыдно, но мне страшно. Ты молодец. Все, я туда не пойду. Слушай, я думал тебя сожрали, я тебе думал тебя съели. Ну меня съели как бы, но переварили. Просто давай найдем выход отсюда. Давай возьмем подкрепление просто. О, давай подкрепление. Они будут разбираться. О, нет, все, никакое подкрепление. Валим. Все, валим через основной выход, нам выбора просто нету. Вызывай лифт, вызывай. Понимаешь, у нас стресс. Да какой стресс, насрать. Мы сейчас или умрем, или взорвемся. Ну, то же самое. Это одно и то же. Ну да. А вы информацию скачали прежде, чем шарахнуть? Конечно нет, не успели мы ни хрена. Мы не взрывали комплекс, нас оставили. Ладно. Взрывали? А, все нормально. Да-да-да, я тебя прикрываю, я сзади. Давай. Давай, работаем в двоечке. Сзади меня маленький, давай не надо. О, нет. Братан, беги. Я в тебя верю. Нет! Нет, братан! Ну за что? А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.